Меня зовут Мирко Маскио. Мой дедушка был фермером, а отец придумал и воплотил в реальность решения, которые упрощают работу фермеров. Сельское хозяйство всегда было неотъемлемой частью моей жизни. Сегодня мы вместе с моим братом Андреа управляем семейным бизнесом по разработке и производству оборудования для агросектора. Население планеты, которое нужно накормить, постоянно растет, в то время как земельный фонд остается неизменным. Конечные потребители заинтересованы в выборе товара из широкого ассортимента, а фермеры — в высокой производительности и эффективности применяемых решений. Такие тренды, как органическая еда, требуют от фермеров более эффективных методов ведения сельского хозяйства. Поэтому ключевым моментом является экологически ответственное земледелие. Мы должны бережно относиться к земле, которая кормит нас, и быть эффективными в своей работе, чтобы обеспечить всем хорошее будущее. В те моменты, когда я нахожусь на природе, я всегда думаю о Земле, ведь она неразрывно связана с миссией нашей компании. Мы не можем повлиять на смену времен года, но можем помочь сельхозпроизводителям повысить урожайность за счет применения инновационных технологий для точного и традиционного земледелия. Каждый из нас должен вносить свою лепту в защиту нашей планеты. Наша цель — разработка оборудования для экологически ответственного земледелия.